Американский журналист и прозаик, колумнист The New York Times Милина Тумани 21 апреля посетила Российско-Армянский университет. Мастер-класс на этот раз не касался креативного письма. Основной темой встречи был феномен табу в обществе и проблема отношения армянского народа к туркам. Милина Тумани в 2014 году издала собственную книгу под названием «Было или не было». В книге армянский вопрос раскрывается с двух сторон – с турецкой стороны и армянской. Нужно отметить, что для написания книги автор некоторое время прожила в Стамбуле и изучила турецкий язык. В Армению Милина Тумани приехала не случайно. Поводом послужил международный форум «Литературный ковчег», приуроченный к столетию геноцида. Март месяц в РАУ был по-настоящему жарким. Студенческая весна 2015 разгорячила всех не на шутку. Студенты Российско-Армянского университета с большим азартом участвовали во всех направлениях спартакиады. Подведем итоги спортивных соревнований. 9 марта в спорткомплексе РАУ состоялся финал по мини-футболу. Матч за третье место состоялся между командами МРК и МВТ, который закончился в пользу последних со счетом 14-3. За первое место боролись команды Института права и политики и Института экономики и бизнеса. До конца матча ребята шли вровень, и лишь на последних минутах футболисты Инэкбис вырвались вперед со счетом 3-2. В соревнованиях по настольному теннису первое место завоевала Гаспарян Мариам из Института права и политики. Второе место заняла студентка Института гуманитарных наук Барсигян Анаид. Третье место также достала студентки из ИГНЭ Бесалян Лиане. В финале соревнований по волейболу встретились команды МВТ и Энэкбис. В ходе игры победу одержала команда Института экономики и бизнеса. Второе место – Институт математики и высоких технологий. Третье место – ребята из Института права и политики. По окончанию спортивных соревнований на очереди культурные мероприятия. О их результатах в следующих репортажах. В рамках спартакиады, которая в этом году прошла под названием «Студенческая весна-2015», состоялся конкурс «Что, где, когда», который определил самых эрудированных и умных студентов. Интеллектуальный конкурс прошел в два этапа. В каждом этапе студентам задавалось по 15 вопросов на самые различные темы. Отметим, что игра прошла при поддержке Армянской ассоциации знатоков, а игру вел представитель ассоциации Тигран Кучарян. Институт математики и высоких технологий. 12 правильных ответов. Это у нас третье место. На втором месте Институт экономики и бизнеса. 13 правильных ответов. И Институт права и политики. Победитель сегодняшнего дня. 15 правильных ответов. Один из самых зажигательных конкурсов студенческой весны 2015 «Танец РАУ» состоялся 17 марта в Доме культуры Российско-Армянского университета. Настроение задали участники танцевального кружка РАУ и лучшие вокалистки нашего университета.
Приняли участие 4 института, а также ученики школы УСМУНК. Во время мероприятия было представлено 9 номеров различных жанров. По окончанию конкурсной программы на сцене Дома культуры РАО выступили студенты нашего университета, которые на данный момент служат родине на территории НКР. Thank you.
մեզ պատրաստ կտակեցին, մենք մեր հետնորդներին խաղաղություն պիտի կտակենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարողանա զարգանալ, բարգավաճել և արարել ստեղծել։ Մենք արարող ժողովուրդ ենք և մեր ստեղծագործելու համար պետք է նախ խաղաղություն։ Սիրով! Հետատեր մաշուտ աստախ մնացմայ է, ուրկան էր վարապաս պրամբայ է, ուրկան էր վարապաս պրամբայ է, հեգրի կարոտով մեր անշահերը, հատում անհատան սասնասարերը, հատում անհատան սասնասարերը, Thank you.
հայրենի մեր թունը։ Ես համարում եմ, որ պարտվորներ չեն լինել այսօր, այսօր հաղթում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Մի բան սխալ ասացի, այսօր առհավետ։ До объявления победителя члены жюри вручили номинации «Лучший студенческий образ в школе УСМУ», «Лучшая постановка танца Институту гуманитарных наук» и «Симпатия жюри» также Институту гуманитарных наук. Конкуренция была достойная, места распределились следующим образом. Третье место заняла Аганесян Тамара, студентка Инэкбиса. Второе место присуждено Степанян Ваагу, также студенту Инэкбис. Победителем конкурса стал дуэт Института медиа, рекламы и кино. Впервые в рамках спартакиады проводится конкурс «Стих Рау», который состоялся 18 марта в Синем зале Российско-Армянского университета. Участие приняли студенты всех 5 институтов, а также один представитель школы УСМУГ. Ребята по достоинству подготовились к конкурсу, выступали со стихотворениями на различные темы, также собственного сочинения. Александр Галич. Еще раз о черте. Я
рассчитал слонов и невчон, и вчет. И все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз, и айда, стремена, и еще чудок погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом. Ну а то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидим, и что счастье не в том, что один как за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прожитых лет, когда вместе со всеми скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. Ну а то, что придется потом плодить, так ведь это ж пойми, потом. А что, душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так в наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена и так. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так давай же, бери, старина, перо, и вот здесь распишись, в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Я спросил его: это кровь? Чернила, ответил он. Когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия, произведений искусства. Кстати, самого зачатия Мадонны и Сына Иисуса. Но лучше
лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. К счастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найди того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил, я прошу тебя, как брата. Душу не мути, а не то рвану по следу, кто меня вернет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Гений в душе, так уходил в пляс. И был в Париж, был зал, и перед залом на час искусство прыганем поправ, острило штук, и вертело зад. Все это было вложение в пляс. И вот она вошла. В суеверие похоже на круглого башка, как будто трезвый скетч, ошибшись двери, и над белибердою балаганной она воздвиглась бледной, бессильной, как будто бы соленок, больноглазый, уставший от своих разбитых крыльев. Накрашенная кровь, она, скрывая кашель, чуть жива стояла посреди тебя, эпоха, держась на ножках тоненьких едва. Один старик писал с меня Мадонну, Саша Бес или Саша Бес. Один старик писал с меня Мадонну по просьбе преподобного отца. Тот говорил: глаза твои бездонны, прекрасней нет ни тела, ни лица. Ты создана, нет, соткана из света, и сам Господь тебя благословил. Печальный агнец, лапом слова ветра, ты создана для жертвенной любви. Ты ночью приходи ко мне молиться, шептал он мне, отдайся, наконец, я помогу тебе с пути не сбиться. Побойтесь Бога, Пресвятой Отец. Он побледнел, сердито стиснул зубы, перекрестился, плюнул, отошел. А я смотрела с отвращением, грубо, на то, как он набросил капюшон. Художнику небрежно, как обычно, он приказал закончить мой портрет. А мне он бросил сухо и цинично, таких, как ты, сжигают на костре. Желтые дожди, все когда снегами тут, все когда жара, все когда других не ждут, позабыв вчера, все когда из дальних мест писем не придет, все когда уж надоест, всем тут вместе идет, все меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут в огнях и под горькое вино на память души. Жди, и с ними заодно, и ты не спешишь. Жди меня, и я вернусь, всем смертям разно. Просто это умело ждать, как никто чужой. И я баюкать сердце над той музыкой святой гармонии. Нет, от любви не охранят твердыни от смерти брони. На утре жизни и на склоне ее к томлению путь готов, что день безжалостней, мудрений, любовь и смерть, смерть и любовь. Ты слышишь, друг, в вечернем звоне своей судьбе не прикослов, нам свищет соловей на грёбе. Երկրից մեջ դու գիտես ոչ ոք ինչի ճանաչում, կարծես
ուրիշն է երկրում կամ միտքարոտը հանքուս։ Ավիտի եմ ոչ անխոս թապարել եմ ուներ։ Ոչ ոչ, ոչ ոչ չգիտի արդյոք ինչ է կյանքս, ես, միայն գիտեմ, որ կյանքում ինչ-որ երկեր եմ գրել, ինչպես գիտեմ, որ դու կաս, որ սիրում է մեկը քեզ, ես երկել եմ քո, քո ժպիտ է լուսամ, քո աչքերի, քո կարոտը թևերիս, որ երբեք ես շաս։ Մույրիկրի, որ ասպիտ է ել, ժտյոմ, կագդա ժը նաչնան ծվիտվիտ։ Պտշնել դվայոմ տիպլի է, նա պրադրոգշը, կնիոն զիմլիկ։ Знаєш, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, яблочным захолустьем мама. Мамка моя живет. У тебя есть друзья. С сомнением в том, что я люблю сейчас. Смотрю французский сон с обилием времен. Где в будущем не так, а в прошлом по-другому. К позорному столу я крик вождем. Вольеру вызван я языковому. Ах, разность в языках не положение главное. И вместе мы выход поищем. Искер сайсор гишер или разум, тесак из дыркерум вустах кангнат. Тесак инч песес дзеркерум пахум тузен кненц вустах амур кангнат. Царайлю эм харе никис ес мам, ворен та нико им хангист лими. У мигу цайн тегер каменам, вор пашпанам им хова харе ни. Пайц им мас инч мата цез ду мам. У миг хани амисето, дрэн скацав аздарам. Ոչ մի բանից չվախենաս, մնադու զգոն ու աչալուրջ, թե ով է թուրքը, որ տղաս, նրա գյուղից վախենապուրջ, ցավը տանեմ իմ քաջ զինվոր։ Я скажу так, что кроме первых трех мест у нас есть поощрительные грамоты некоторым участникам. Сначала я оглашу их. Итак, за оригинальность образа Тумаси Ангуар, Институт гуманитарных наук. Дипломы и грамоты будут выдаваться в день закрытия, ребят, хорошо? Итак, за симпатию жюри Мариам Саркисян, Институт медиа, рекламы и кино. За естественность исполнения Линда Гердакян, Институт экономики и бизнеса. За лаконичную выразительность Артем Будакян, Институт технологий. Также нашему самому юному представителю поощрительная грамота, как юному участнику, с пожеланием творческого роста. Вам, Сергей. Места тоже мне объявить? Места тоже мне объявить? Какая честь. Итак, третье место. Так, третье место. Получаем. Институт. Гуманитарных наук Ачарян Лиля. Итак, второе место. Институт медиа, рекламы и кино. Чертенок. Аноня Лёна. Я буду оригинально, не буду продлевать. Институт медиа, рекламы и кино. Спасибо, ребята, что у нас немного со сложностями вышло, но мы все-таки поучаствовали, у нас состоялось. Спасибо членам жюри за то, что вы сегодня потратили столько времени. Минуточку внимания, я еще не закончила. И, конечно, спасибо всем остальным, которые пришли, поддержали ребят. Это очень важно. На очереди самый юмористический конкурс спартакиады – КВН. На сцене Дома культуры РАО выступили самые эрудированные и остроумные ребята. Конкурс состоял из двух частей – приветствие и биатлон. Нужно отметить, что на этот раз команды самостоятельно придумывали весь сценарий мероприятия и шутки для биатлона. Nora, Lord, who DJ-ek un
цели. Я знаю, что такое. Маэстро Михайло, так она в нас не мэк метронов дегать на месте. Иск Берчун, мэр Хайкакан, Авандакан, Шахов, Шухов, Болориков мит сильват, селфи. Շնորհակալություն ձեր հետ ամենաժողովրդական թիմն է, ժողովրդի համար, ժողովրդի լեզվով։ Papazak, Leyla,
ապեր ուշացնում եմ։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպես է բանկը թալանում ամենակասկածամիտ մարդը։ Չէ լա։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպես է բանկը թալանում պատգամավորը։ Ես իմ անսո ապարիկը։ Ես իմ բարկի տոկոսները։ Ինչի դուք մտածում եք ինչ-որ ակնհայտ բան էր երևալու։ Այս իրավիճակում եղել է յուրաքանչյուր երեխա։ Նապա, անգես, դու կարաս։ Մամջան, մի անգամ եմ ասում, ուրեմն ես կապույտը Skype-ն է։ Հիմա ես 50 հոգուց ու ուզում ես կարաս զանգես։ Հայլավ դրանից էլ հերթ բան։ Շատ ծանր հանցագործություն։ Ինչպես կարողացաք վնասազրծել այս վտանգավոր հանցագործին։ Կանգնածային դենեմ գողանում ա պեջենի։ Պեջենի։ Ախր հարցնեք, կարողա սաղացա։ Ոչ է, հա, եսի արդեն 14-ն են, ինչով ես մենք դե շակալանի են։ Սերի հանդիսատես, օգնելով կարիքավոր մարդկանց, մենք կարող ենք անխել, նրանց հնարավոր հանցանքներ։ Շնորհակալություն, բոլորը մեր հայրենի լավագույն համալսարանի ուսմունք ավագ դպրոցի, ուսմունք Բաչեք, բապանին ձերի կասիլը այսեն ծայքում մեծ խաղաքին։
Իմ պապան էլ ասել է ինձ 10,000 ավտոտարը։ Զատ իմ պապան քոնենի ուժը։ Զատ ես եմ քեզ ուժը։ Զատ ու չունեմ ծամուկ կծում։ Զատ իմ պապան քշանն է կծել։ Детская версия. О чём говорят мужчины? Кавказская версия. Достучаться до небес. Пап. А? Со математикой сам стацел. Эли, нагача духайта ракес, эси кез эркусям, эси драмар ор вакты протэй канчелу. Детская версия. 50 оттенков серого. Знаете ли вы, что Путин присоединил Крым к России? На что Порошенко ему ответил. Выступаем мы сегодня для вас, решилась мечта. Бьемся до конца, мы правы больше, чем простые. Мы коммунисты. На кону, сломать нас не позволим никому. А на вопрос, что дальше ждет от нас, мы уроки готовы ответить. We will rock you. Итак, пусть это не будет любимая команда ректора, но наше выступление определенно понравилось бы другому известному человеку. Итак, КПП выбирал свой цвет. Хотя кому это интересно? Подожди ты, давайте обсудим варианты, какие предложения. Ребят, давайте бело-золотой. Сине-черный. Бело-золотой. Сине-черный. Как говорит тот, человеку нельзя произойти слух, гуманитариям не понять. О, мед родился, туркмен родился. Мои вкусы очень специфичны. Посвяти меня в них. Вы больны? Настоящий джентльмен. Председательству Совета Института права и политики Сасун Багдасарян. Юрист, футболист и вообще классный парень. А теперь представим ситуацию, что если бы Сасун родился девушкой. Итак, представляю Багдасарян Сусан! В университете права и политики. Свободное время Сусан проводит в беседке.
детства со словом увлекается футболом. Кроме футбола, Сусан любит пинать людей. А теперь краткая хронология жизни Сусан. Сусан родилась в 1993 году от Рождества Христова в армянском криминальном районе Ерёвтмас. Криминальным он стал сразу после ее рождения. Дома ее ласково называли Ерёвтмас Сисусига. На детских утренниках она играла исключительно бобой и своругайте. Подобрав нужный ключ и сдав экзамены, она поступила в шинмонтажку. Мало кто знает, что после шинмонтажки Раул принимает без экзамена. А про все остальное вы уже сами знаете. Կարուն է, տեղումները շատացել են, եկեք տեսնեք ինչպես են եվրոպացի տղաները քայլում անձրևի տակ. I'm singing in the rain, yes, singing in the rain. What a glorious feeling I'm having. Այժմ եկեք տեսնեք ինչպես են քայլում անձրևի տակ հայ տղաները. Ռաուլ, բուֆետ, 12 часов 20 минут. А места распределились следующим образом. Третье место заняла команда ИПП. Мальчик-дальтоник не может понять, почему на Пасху люди так радуются обычным яйцам. Еще. Мальчик, воспитанный методом кнута и пряника, вырос жирным мазохистом. Второе место завоевали ребята ИГН. «Бьет, значит, любит», — сказал электрик и вошел в трансформаторную будку. Победителями конкурса стали дебютанты спартакиады РАУ, ученики школы УСМУК. УСМУК. Սանի պատկարնի արդյունսեն ժամանակ մանկապարտեզի երեխաները առականներով շարել էին փրկեց եկ բարը. Следом за КВН стартовал конкурс «Ролик РАУ». Были представлены видеоролики трех институтов. Третье место занял ролик Института права и политики. Второе место – Институт экономики и бизнеса. Победителем конкурса стал видеоролик Карапета Бурназяна «Мой РАУ» Институт медиа, рекламы и кино. РАУ меня отправила в Базель, я там выиграла опять. Были такие приключения, 7 дней, 7 ночей. Дарпиняна узнала получше. Лучшие воспоминания, связанные с РАУ, наверное,
Это когда нам вручали на нулевке, в конце нулевки сертификаты об окончании. Был концерт, я помню, что у меня был Василий Фарсен, ректор станцевал с ней. Лучшие воспоминания — это, наверное, когда я влюбился в одну девушку, после общения с этой девушкой я как-то переродился, как бабочек, да, скажем. Стачу первой сессии. А я пересарачил Анканду, что когда амбассадан Еркети, Паректи, Раха Светилу Ортуньев, статься шат уже запарнученная. На первом курсе я поступила в театральный кружок, и для меня открылся новый мир. Как мы выбрали финал Студенческая весна 2015 – это насыщенный месяц в жизни Российско-Армянского университета. 2 апреля в Доме культуры РАУ состоялся один из самых популярных конкурсов спартакиады «Голос РАУ». Талантливые участники устроили зажигательное шоу, пели на различных языках, в том числе на испанском и даже корейском. Show, big boots, and it's a
stood your eyes in sin and misery in the house of rising. Институт гуманитарных наук, который выступил с авторской песней. По окончанию концерта были объявлены результаты конкурса. Третье место разделили Мус-клуб Института медиарекламы и кино и Рита Алганян, Институт экономики и бизнеса. Второе место поделили Саргиз Бурналзян, Институт гуманитарных наук и Юнити, Институт гуманитарных наук. Победительницей стала Анна Овсипян, Институт медиарекламы и кино. Также были выбраны победители в четырех номинациях. Симпатия жюри Луиза Степанян-Усмунг.
Сценический образ – Роза Давтян, Институт права и политики. Приз зрительских симпатий – Саркис Бурназян, Институт гуманитарных наук. Очень важный приз, и его удостоен Саркис Бурназян. Лучший выбор песни – группа «Юнити», Институт гуманитарных наук. «Голос Раула» был финальным конкурсом «Спартакиады. Студенческая весна 2015». Смотрите в следующем материале закрытия «Спартакиады» и объявление результата конкурсов «Художник Раул» и «Фото Раул». Настал долгожданный день для всех студентов РАУ. На протяжении месяца участники спартакиады соревновались ради главного приза – номинации «Лучший институт». 4 апреля в Доме культуры РАУ состоялось торжественное закрытие спартакиады «Студенческая весна 2015». Был представлен концерт с интересной и развлекательной программой, на котором выступали победители конкурса «Танец Рау» и «Голос Рау». Также был показан ролик Института медиа, рекламы и кино, который победил в конкурсе «Ролик Рау». Победители спортивных соревнований награждали директора институтов и заведующий кафедрой физвоспитания и здорового образа жизни Армен Григорян. Также были объявлены победители конкурсов «Стихи», «Танец Рау» и «КВН». Победителей награждали приглашенные гости, которые были членами жюри. Назания Аганесян и Вартан Бадалян наградили призеров конкурса «Голос Рау». Долгожданным для зрителей было объявление результатов конкурсов «Художник РАУ» и «Фото РАУ». Институт гуманитарных наук стал победителем в конкурсе фотографии, а Институт права и политики – в конкурсе «Художник». По итогам всех конкурсов Институт права и политики не в первый раз стал призером номинации «Лучший институт». В спорткомплексе Российско-Армянского университета 13 апреля стартовали соревнования по футболу между университетами Кубок РАУ. Российско-Армянский университет 2 года подряд был победителем данных соревнований. Желаем удачи нашим ребятам и очередной победы. Այսօր հայ-ռուսական համալսարանում անցկացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության բուհերի մեջ Սպարտակիադա, որը անվանվում է մեր համալսարանի գավաթ, հայ-ռուսական համալսարանի գավաթ, սա ամենամյա մրցաշար է, մենք արդեն 3-րդ տարին ենք անցկացնում, և սա շատ լավ միջոցառում է, որպեսզի մենք կարողանանք նախապատրաստվենք ընդհանուր բուհական խաղերին, որը որ անցկացնում է մեր ուրեմն բուհական ֆեդերացիան, Հայաստանի Հանրապետության բուհական ֆեդերացիան։
Ученики школы УСМУНК также не остались равнодушны к памяти жертв геноцида. 20 апреля в Доме культуры Российско-Армянского университета школьники представили различные творческие номера. В концерте участвовали ребята с 1 по 12 классы по собственной инициативе. Организатором мероприятия выступила заместитель директора школы УСМУНК Аветисяна Наид. Քշրեցին տվին գրակ, վատեցին արյուն, արցունք, ներկեցին ձոր ու բարձունք, քանդեցին երկինք մի ուրդ, մորթեցին մի ժողովուրդ, հացարակ մի ողջ աշխար, սարքեցին փշրանք նշխար, սուրբ նշխար շան բերանում, ուզեցին մեկ հայ թողնել, և այն է թանգարանում, գարունը զոնը առել։
մասին, ալանդ-հալանդ, կերյաթաման, մեր փրկության աղակներն անցան իզուր, իզուր հնչեց ողջ աշխարհով մի ահազանգ, որ լոկ դարձավ թառանչ մի սուր, էս ինչ քյավուր տարի հասանք։ 1915 թիվ, Գարուն, ապրիլ, Հայաստան կոչված անհայ աշխարհում չպիտի հնչի հայ բարեկամ, հայ երկու խաղիկ, դե եկ վարդապետ, եկ ու մի ցնդիր, Վարդապետ իմ խեղճ, բայց եւ բախտավոր, որ չգիտեիր, թե իր սեփական արցունքի գնով սևանալի ջրուսեր պիտի տա, ձեր բերին անգամ, հարուցանելով քարազյանների դժգոհությունը, բայց էլ ոչ մի կերպ չկարողանա լույս տա մտնախեղդ քաղաքին վանա, դե եկ վարդապետ, խեղճ ու բախտավոր, եթե կարող ես, եկ մի խնդալ։ Իսկ այժմ դուք կլսեք Մանե Հարությունյանի հեղինակային երգը Լուիզա Ստեփանյանի կատարմամբ։ Ունենք մի վերք մենք, արդեն 100 տարի ծավում է, Արյունը հոսում է, արցունքը գաթում է, արդեն 100 տարի։ Հոսում է Արյունը, գաթում է արցունքը, հոսում է, գաթում է, հոսում է Արյունը, գաթում է արցունքը, հոսում է, գաթում է։ Երկով է կնում, քարսանի քանում, երկով է,
Երկով է քաղում, աղում ու մաղում, երկով է օրը բացվում, դականում, երկով է նորից օրն իրիկնանում։ Աջունով անեզր, կբարձրանա մեր երկիր։
Մեծ ցնցություն է հիմա, մեր արտերում ով երկի, տոն է երկի իրանվա, տոնում հառնած մի երկիր, դարձի համար քո ազվե, վերադարձի քո անմա, կյանք են կերտել արդեն մենք, եվ արևոտ, եվ անմար։ Ինչպես երկեր էին ջերմ, ժողովրդի սիրտը մեծ, իբրև բարիք, իբրև ջերմ, մի ոգեղեն ընդունեց, ինձ կընդունեն այնպես հար, հայրենի հող արդարև, եվ իմ աճյուն արդար, եւ իմ ոգին հանճարև։ Տղամոքվի վերջապես, հազար սրան զարկած խոր սիրտը թողում էր իր կես, որպես գրկում սիրած մոր, որպես վսեր ողջակես, հոգնեց այդ ջունը քոթով, դուտնի հանգիստ վերջապես, եւ հայրենի դառնալու։ Եվ հայրենի այդ հողից չանցած գարուն մի քանի, կելներ շքել եւ ուղի երկի շուվեր կենդանի, եւ շշնջում երգեցի, հնչեղ երգում նրանց խոր, կապրի հանճար քոչիչ, ամա երդի երացնում։ Դրանից առաջ եղել աշխարհում 15 տիվ է անցել աշխարհում։ Ո գարնան ամիս, ապրելու ապրիլ, դու որ բերում ես ծաղիկներ ու կյանք, ինչու դու դարձար մահվան անտարևից, մահով մնացիր մեր պատմությունը։ Ուրեմն ինչպես, երեխներ հարյան, թողնել որ ծածկի մոռացման փոշի, խլացնել սիրտը, որ էլ չլսվեն հրթող ձայները խորքերից հառնած, փակել աչքերը, չզգա, չընդվզել, մորանալու տարի, անգամ մորանալ… Ոչ, իմ ժողովուրդ, դու շատ ես տեսել, դու պիտի հիշես ապրելու համար, դու պիտի առնես վրեժը տանում, բայց ոչ արյան դեմ կոչելով արյուն, և մահի դիմաց մաս է մանելով։ Դու պիտի վրեժ առնես ապրելով, ապրելով համար հազարապատի, ավերումի դեմ քո ստեղծելով, ավերվաղի դեմ քո Երևանով, քո Սարյանով, Խաչատրյանով, հայոց մեծ երգիչ, քո Կոմիտասով, դու պիտի ապրես այսպես սրանով։
По окончанию мероприятия преподаватели высказали напутственные пожелания участникам концерта. Որովհետև եթե այս փոքրիկներն իրենց կյանքը սկսում են Կոմիտասի երկով, ես հաստատ գիտեմ, Հայաստանը վաղը տեր ունի։ Ձեր կյանքը, մեր երկրի, ձեր կյանքը, ձեր սիրուն ապագայում։ Франция. У каждого с этим словом свои ассоциации. Любовь, кино, изысканная кухня, Эйфелева башня и многое другое. Францию с другими странами объединяет франкофония. В 2008 году Армения стала ассоциированным членом Международной организации франкофонии. И с этого же года совместно с посольством Франции в нашей стране проводятся различные мероприятия, посвященные Франции. Ярким звеном в этой цепочке является Российско-Армянский Славянский университет. Мы находимся у входа в Российско-Армянский Славянский университет и ожидаем посла Франции, который будет присутствовать на концерте, посвященному Дню франкофонии РАУ. 30 апреля в РАУ состоялся межвузовский фестиваль-конкурс французской песни. На фестивале присутствовали именитые гости. Выступления ребят из разных университетов оценивала компетентное жюри, в составе которого были известные деятели культуры и науки Армении. Наши студенты удостоились приза за лучшее сценическое воплощение, а также студентка РАУ Агавне Аджинян заняла первое место. Thank you.
кончил магарио, компасиор, ты на весне повторил, кончил тела шесуи, ухилятся командам, то они снижен, хокине найткан, вор апарме ехан хуманкун, а веш панджум мерки хатутюн, а садмиятсу неранцо бажанен, а я сейчас ми утян, лусин дажане, тохтунган горку тестамен, Баба, я ты хабица на самом, эже ты как бы баба, по запасу ты все баба, баба, мама, я тебе солнце, что сока мы можем не солнце, эже ты как бы баба, по запасу ты все баба, баба, мама, я тебе солнце, что сока мы можем не солнце, мама, папа, ты пьешь арама, же с этой волкой козы жалаба, же белый кишка межи павла, фа, Vengo llegó más se parla Siento papi Tu papi sana mi Tu amo de ya Siento tu de la mi Si falta Si si falta morir Si ve bien Vuala me Ecupe Le chance te Si ve bien Vuala me Thank you.
Compris, non pis de pas préparer.
А
также группа, которая открывала концерт из консерватории. Давайте поприветствуем наших ребят. Աշա Քյուրերյան, Կարին Խուդաբաշյան, Երևանի
В одном из самых укромных уголков нашего университета работает поистине разносторонний человек. По специальности инженер, по должности монтажер, а по призванию дизайнер-новатор, у которого есть несколько запатентованных изделий. Арина Геворкян уже третий год является сотрудником телестудии РАУ. В Российско-Армянском университете 7 апреля в День красоты и материнства в рамках проекта «Арт-аквариум» был представлен перформанс работ Нарины Геворкян, включающий в себя коллажи, бижутерию, демонстрацию авторских моделей одежды и многое другое. Почему мы вообще решили в «Арт-аквариуме» сделать такую выставку? Потому что обычно прикладное искусство здесь не представляется. Мы представляем живопись, скульптуру, графику, иногда шелкографию, вот один у нас был, или фото-арт. Но сегодня день Благовещения, сегодня день материнства и красоты, и мы подумали, что сотрудницы нашего университета, замечательный и такой одаренный сотрудник нашей телестудии, как минимум заслуживает внимания и особого отношения в этот день. Поэтому и мы ее поздравляем, и она нас поздравляет. Такой у нас сегодня вот взаимный праздник материнства и красоты. Отличил данную выставку подиум, который был придуман Нарине задолго до данного мероприятия. Особенностью ее дизайнерской одежды являются пряжки. С их помощью выстраивается силуэт платья. Это была вторая по счету персональная выставка дизайнера. По словам Нарины Геворкян, ей удалось воплотить все задуманное в жизнь. Но заканчивать на достигнутом она не собирается. У нее есть множество идей, над которыми в дальнейшем планирует работать наша героиня. Институт вдохновляет. Если у кого-то есть какие-то идеи или обязательно притворяться здесь в жизнь, потому что здесь прямо кишит творческая жизнь. В честь праздника красоты и материнства посетители выставки получили подарки от дизайнеров. Гостей. На этот раз наш университет посетила Анна Согуманян. В рамках проекта «Арт-аквариум» 13 апреля состоялась первая персональная выставка талантливого художника-декоратора, шелкографа и приятного человека. Планов нету, есть большое желание рисовать все новые и новые вещи. У меня очень много эскизов, которые ждут, когда они станут картинами. Художница пишет картины совершенно в разных жанрах и разными техниками. Начинала она как шелкограф, а со временем освоила и другие техники. Нужно отметить, что Анна по образованию психолог, но с самого детства у нее была любовь к искусству, к живописи. В нашей беседе художница подчеркнула, что ключевую роль в смене профессии сыграла поддержка мужа. Я все же поняла, что живопись манит меня больше, и уже как-то получилась вот эта дорога уже с
детского образования, снова путь сначала, очень трудный, потому что, ну, как бы, мне хотелось уметь очень многое делать, но я понимаю, это долгий путь, и человек учится всю жизнь, так что все еще впереди. Помимо картин, Анна Сагуманян также занимается росписью одежды и платков, которые представлены для продажи. Первую свою работу Анна создала 10 лет назад. Это был платок, выполненный в технике батик. Просторы армянской земли, запечатленные тремя известными фотографами, были представлены в РАУ. Армянский ландшафт именно под таким названием 20 апреля была представлена фотовыставка в рамках проекта «Арт-аквариум». Арутюн Хачатрян, Нурай Рабгарян и Армен Янгаян представили свои работы, на которых изображена исключительно многогранная природа нашей Родины – горы, леса, красочные восходы и закаты. Один из героев дня, Арутюн Хачатрян, не позиционирует себя как профессионального фотографа. Фотография – это его хобби. Այս մի քանի նկարները, որոնք որ կան, Արցախյան բնանկարները։ Կոնկրետ Արցախի Տումի գյուղի, իմ հայրենի գյուղի, ուրեմն Կիսական եկեղեցին է, 12-րդ դարի։ Այստեղ իր գաղափարախոսությունը, իր հիմքով
կարծես կյանքը մահից հետո շունչ է, նոր շունչ է ստանում եւ տեսնում եք որ նկարների մեջ չորացած ծառերի կողքին արդեն մյուս ծառ կանաչ ծառն է, արդեն նոր կյանք է, այսինքն մահվան եւ կյանքի հաջորդականության շարունակությունն է։ Մի երկու նկարները մեր բնաշխարներն են, այստեղ մի նկարը որը նկարված է Խաչիկ գյուղի Բարձունքից, սամանակ գյուղ է Խաչիկը, այդտեղից Արարատն է երևում, տեսել եք։ Ու սա իմ, այսպես ասած, հոբին է, որ փորձում եմ հասնել որոշակի պրոֆեսիոնալ մակարդակի, ամենայն դեպս իմ գործընկերները, որոնք որ երկար տարիներ զբաղվում են, ինձ քաջալերում են եւ կարծես թե որոշ բաներ բաց չի ստացվում, այսպես ասեմ։ По словам Армена Янгаяна, все фотографы-любители. Поскольку если не любишь это дело, то и работы не получаются. Фотограф поделился с нами историей своего успеха. Мне в 12 лет подарил фотоаппарат, потом увидел, что это мне понравилось. Через годик мне подарил книгу «25 уроков фотографии». А так как я еще на художественный кружок ходил, что-то из композиции там что-то объясняли, то, в общем-то, я начал как-то серьезно. Но я ее прервал где-то вот после 88 года и так далее. Почти не получилось, потом переехали, все это прервалось. Потом у меня появилась цифровая камера, и у меня вот это возобновилось, понимаете, чувство, желание. Можно сказать, что более серьезно, когда уже в 2008 вот так вот году я взял фотоаппарат, начал фотографировать для себя, кстати, вот как раз из первых кадров. Вот. Потом увидел, что уже параметры, технические параметры, качественные параметры мирового уровня, они поднялись, изменились уже с тех времен. Хотя у меня есть старые тоже фотографии, которые людям нравятся, еще с пленок. Ну вот, вот как-то опять вошел в русло, а потом, ну, работал в разных местах, а потом плюнул на все и сделал авантюрный шаг, что я сейчас работаю и работаю любимым делом. Тем, кто не успел насладиться творчеством столь талантливых фотографов, стоит поторопиться. Выставка продлится до 25 апреля.